Популярное направление в современном искусстве под названием «Ленд-арт» добралось и до Великого Новгорода. Это художественная попытка обратить внимание на естественную красоту природы. Экологический перформанс стартовал на площадке парка «Чистые пруды». Наш корреспондент Ирина Ускова вместе с жителями северного микрорайона еще раз убедилась, в каком прекрасном месте мы живем. Взять длинненькую траву. Это будет основа. И на эту основу вот таким перекидом мы заплетаем поочередно цветочки. Берем любой длины и вот так перекидывая, мы плетем. Всех желающих сплести трендовый аксессуар для волос или создать из природного материала скульптурную композицию пригласил на субботний ленд-арт общественный совет парка «Чистые пруды». Благо подручного материала здесь целое поле луговых трав. В итоге живописный ландшафт парка украсили более десятка необычных арт-объектов. Что такое ленд-арт? Это мы вписываем какие-то, подчеркиваем, да, какие-то ландшафтные там нюансы какой-то красотой, да, какие-то элементы вносим, и мы вдруг увидели, это смотрите, как красиво вот этот камыш, да, смотрите, как красиво из этой рамочки видна вот этот фон. В прошлом году «Чистые пруды» стали победителями в рейтинговом голосовании общественных территорий. Проект предстоящего благоустройства будет готов этой осенью, но и в ожидании приятных преобразований местный актив продолжает собирать вокруг себя единомышленников, а пространство парка оживает благодаря современному искусству и общественным инициативам. Когда появилась такая возможность вот из федерального, областного и городского бюджета, конечно, активисты этой территории стали голосовать, приняли участие в голосовании, победили, создали общественный совет и сейчас делают все возможное для того, чтобы эта территория приобрела вот очень красивый вид. В завершении праздника всех участников ждал полуторачасовой перформанс. В нем юные и взрослые жители микрорайона ладонями создали самую большую картину в Великом Новгороде – площадью 10 квадратных метров. Не знаю, как остальным, а лично мне понравилась дорожка из сосновых шишек. Та еще, скажу я вам, арт-терапия. Но рекомендую попробовать. Ирина Ускова, Галуст Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.